Танечка немножко заляпанная. Вот. В общем, нам осталось до бугра 200 метров. Дай тебя поснимаю. Ты такая, у тебя все лицо заляпано. Да, но ничего страшного. В общем, там... Сейчас главное след в след пройти и посмотреть, как выбраться. А тут, ты что выбраться? Тебе нужно просто на ту сторону перебраться, да, и там вот по сухому. Тут топкое болото, так что буду вот смотреть. Наверное, мне одной палки хватит. Хватит одной палки, да. А мы подождем, угу. А потом... Да, может быть, давай сейчас пройдемся, посмотрим. Может, тут и все нормально. А то сейчас будем тут. Так-то оно, вижу, тверденькое. А в тот раз оно было жиденькое. Здесь вот мы в тот раз ночью сидели, когда сюда ехали. Вот, и, а тут не березки, не сги, и сидел я вот там, получается. Вот тут я не знаю, ты пройдешь, не пройдешь, навряд ли. Нет, я вот так вот пойду в кругаля, потому что мы там поставили, здесь... В общем, у нас, друзья, перебраться теперь до дома. Все, подъехали мы к жуткой трясине. Я перебралась, как Вальдемар сказал, обсудили, куда будем ехать. Да, болото заметно стало по суше. Вот здесь есть два пути, но решили ехать по старинке. Я прямо даже сюда подошла. Вот самое главное, вот эту речку пересечь. Вот набирает скорость. Сейчас будем думать, лишь бы собака не вылетела. Вот, держите кулачки. А ты марни отшлифуешь. Нет, Вальдемар, давай трос. Давай трос. Так, ну что, квадрик наш сидит в этой няше, в которой мы сидели ночью. Навязываем тросики максимально. Так, у меня еще один тросик есть. Ты еще металлически не цепляла, да? Да, Саня, да. Возможно. Так, сейчас. Вот он что-то 10-15 метров, возможно, до самого моста его и хватит. Только его надо как-то привязать. Сейчас, секундочку, привяжем, размотаем его. Так, вот теоретически вот бревно. Будем смотреть, что. Так, не забывай, что будешь подматывать. Конечно. Так, тогда что мы, и получается? Здесь, ну, мне нужно вот 2 метра всего лишь. Мне хватит. По идее, должно быть получиться. Ну, я пополз? Давай. Ну что, начинаем движуху. Держите кулачки. Маленько ползет наша змеюка. Так, вырвалась веревка. Трос даже точнее, ну, пробуем. Все выдержало. Дубль 3. Один трос оказался слабый, все время рвется.
Ладно, надеюсь, что меня не убьет. Тросы все оторвавшиеся. Снимаю. Тут более объективная съемка. Дубль 105. Стоп, 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 стоп. Я сейчас буду подтягивать тросик. Погодите. Маленько. Вот такой маленький няш. Пришлось. Слушай, что-то прям колесо вот так выгнуло маленько. Оно вот так вот шло заднее прямо на излом. Или это мне кажется. Не могло вывернуть. Давай не будем об этом думать. Не, затягивать не будем, пока не поднимемся. Хорош. Тут убирай. Себе так, что не пройти, не проехать. Ну вот, полтора часа. Не ходите, дети, в Африку гулять. В таежные болота не ездите. Здесь вас ждут приключения няшами. Фух, ну вылезли. Нормально, спокойно. Спасибо Виктору Ивановичу за дополнительных два тросика. Потому что нужно эти были два тросика ровно для 20 сантиметров. Там окно, мужики, туда не лезьте, сядете, ездите другими путями. Ну вот путь еще новый, смотрю, накатали. Через него пробуйте. Ну как-то так. Здесь вообще не лезьте. Здесь дольше тащить трос. Ладно, поехали мы домой. Уже солнце садится. Сейчас через мостик переберусь. Приехали. Сделали спасательную операцию. Вездеход наших друзей. В общем, мы приехали его, достали все хохряшки попрятанные в кушерях, и не только. Сейчас мы вездеход раскрутили вариаторный ремень. На нем было намотано лохмотье, матерь божья, курочка ряба. Вот, сейчас мы их вытащим, вот эти куски, вот эти вот. Старый вариаторный ремень. Найдем, попробуем болт, гайка, поищем. Ну и будем пробовать его восстанавливать, грузить и возить. Берем нужный ключик, который нам необходим для восстановления. Сядь будет верхнюю. Я что и хочу. Ну думаешь, болт такой же? Ну вот я и хочу проверить. Вырвет, вырвет. Никакого. Только вот за лебедку. Там кнопочка какая-то. Так. Так, вездеход у нас выравнивается. Так, берем прицеп, толкаем до вездехода. Раз, два, поехали. Так, закручиваем его, закручиваем. Смотрите на запад. Давай, давай, давай. Еще. Стоп. Отлично. Мы его подогнали. Эвакуация нашего квадрат вездехода. Так, цепляем.
цепляем трос. Трос мы будем цеплять вот сюда. Виталь, чуть-чуть спусти. Пробуй. Затаскивается он сам себя. Буквально 15 сантиметров, чтобы он хотя бы бучанками на прицеп заехал. Давай, 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 давай. Давай. Не хватает ему аккумулятор, кирдык. Ветер сумасшедший, дует. Вот. Зима пришла нежданно. Ну ладно, это все лирика. Того, что у нас аккумулятор не захотел поднимать лебедкой сам себя, поэтому по случаю была приобретена кевларовая веревка, точнее трос 6 миллиметров, и мы будем его сейчас вручную. Она 3,5 тонны. Помогай. И раз. Еще капельку. Давай, родимый, заезжай, заезжай. Подожди, надо сначала закрыть. Зацепа нету. Зацепа нету. Подтолкнуть. Все-таки кевларовый трос надежная вещь. Нормально. Еще, еще, еще. Затягиваем наш вездеход, чтобы он точно никуда не ушел. Все хорошо. Довезли вездеход наконец-таки в город на ремонт. Так, ювелирненько загоняем. Ой, почти зашел. Отлично. Готовили такие подпорочки. Сейчас попробуем его вытащить, стащить задом сюда за лебедку. Посмотрим, что получится. Зацепленная, зажеванная. Блин, такую приспособу. И с помощью нее, с помощью ручной лебедки, мы сейчас его стащим. Вставили штифт. Ну мы думаем, а че он не идет, он, оказывается, был пристегнут. Чуть не вырвали весь прицеп. Совсем другой разговор. Вы только если что, отходите. Отходите, пацаны. Отходите. Вездеход заехал.